mention your name. Move overseas, start a band, write some songs about fame. I wear a lot of brands that are supposed to be cool, and I do a lot of things to try and be like you. Look, mom, I'm a pop star. Said I'd be a rock star. Gonna date a pop star, then crash a sports car. I change my clothes, put a ring in my nose. I change the way that I talk, and then I upgrade my phone. I changed my hair, changed my clothes, put a ring in my nose. I made some friends in UK and now I'm never alone. I changed my hair, changed my clothes, put a ring in my nose. I changed the way that I talk and then I upgrade my phone. I changed my hair, changed my clothes, put a ring in my nose. I made some friends in UK and now I'm never alone. Yeah, you know I wanna say so. And now you're trying to judge all of my friends. Slim Shady broke me in the islands. All the kids always love a little violence. What's your name? Like Tyson, rip the dick off biting. Get a face tat, wear it all black. Move it so fast, get whole bag. In your speaker, I'm the new Grim Reaper. Всем привет! Вновь футбол собрал нас у экранов. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Генич. Надеюсь, вы скучали. Division Rivals снова на ваших экранах. Есть у меня предчувствие, что матч этот будет что надо. Здорово работать на таких стадионах. Здесь все связано с футболом и сделано так, чтобы всем, кто пришел на игру, было максимально комфортно находиться на арене. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Лоран Блан начинает с Маркинисом. На поле сразу два номинальных форварда. Думаю, что игра пойдет в... Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Блестяще! Михаэль Баллок. Здорово сыграно в сторону Левандовского. Смотрим, что он сделает с мячом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тащит мяч вперед он. Роберт Левандовский. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Набирает обороты эта атака. Хороший момент для гола. Удар отбит, и нужно играть. Вот так заканчивается этот момент. Для Роберта Левандовского сегодня очень важная игра. Внимание он привлек много к своей персоне. Как думаешь, что он покажет сегодня? Он очень здорово включается в атаку и умеет ее завершить точным ударом. Вот этим наверняка сегодня и займется. И мяч перехвачен. Алекс Айвоби. Жиру. Здорово сыграно. Удар заблокирован. Мартин Одергард. А вот чуть точнее, а? Повезло сейчас сопернику. Могут выдохнуть. Родриго. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. 11-метровый, без вопросов. Левандовский начинает разбег. Удар в пенальти, гол!
1-0. Сейчас будет веселее. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Хороший пас в движение. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Алекс Айвоби. Можно забивать здесь. Гол! Вот так и нужно реагировать на пропущенный мяч. Они сразу же пошли в атаку и сравняли счет. Роберт Левандовский. Не стал этот навес голевым. Эдегор. Перехватили пас, как надо. Майк Миньян. Мартин Одегард. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Отличный момент, есть! Удар заблокирован. Дальше мяч не идет. Перехват. Решил пробить. Не прошел удар. Можно выдыхать. Здорово играет в отборе. Мартин Одегард. Отличный пас. Родриго. Получилось отдать на ход. Роберт Левандовский. Нужно играть. Вратарь не сумел забрать мяч. Виллиан. Опасно. Гол. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Эдегор. Угловой будет после этого выноса. Идет в штрафную мяч. Мяч в воротах. Они забили в первой же ответной атаке. На табло снова ничья. Они сравняли счет на табло 2-2. И остаток матча обещает быть интересным. Добавлена 1 минута компенсированного времени. Судья дает свисток на перерыв. Первый тайм закончен. Вернулись команды на поле из раздевалок и продолжается наш матч. После первого тайма счет равный.
Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Продолжают идти вперед. Из этого что-то может получиться. Но владение переходит к сопернику. Диого Жота. Диого Жота может пробить. Вот это спасение! Мяч летит в центр штрафной. На вынос играет защитник. Хорошо обе команды показывают себя в атаке. Получается у них создавать моменты. Но вперед пока никто выйти не сумел. Думаю, недолго осталось оставаться равному счету на табло. Есть вариант для паса. Он не дал себя пройти. Мяч отобран. Конор Галлахер. Жиру. Но дальше решать нужно. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Отлично в прессинге сыграно. И вернули себе мяч. Жиру. Очень высоко, очень неточно. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Попытка обострить игру. Отличные оборонительные действия. Роберт Левандовский. Переходят они в атаку. Можно забивать. Отражает мяч Тер Штеген. Это Лоран Блан. Это Балок. Пас на соперника. Плохо сыгран. Очень много передач. А нужен всего-то один острый пас. В офсайде оказалась команда. Атака прервалась на подступах к штрафной. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Йот! В игре вратарь. Попадает мяч в штрафную. Ну что, будет гол? Ох, какой гол! Какой гол! Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И все-таки удалось забить, несмотря на активное сопротивление защиты. Мяч достается сопернику. Плохой пас. Франко Ниека. Эдегор. Вот это интересный пас. Виллиан. Пас вроде получается. Двигается с мячом вперед. Левандовский, опасно! Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Галлахер. Классный отбор. Можно играть. Ашраф Хакими. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Сельма Баша. Разница всего в один мяч. Времени, чтобы сравнять счет, совсем немного. Пора забивать. Не получилось тут ничего опасного создать. Тут контратака может получиться.
Родриго отдал пас. И в разрез. Шикарно. Гол! А где же вратарь? Ау! Не знаю, что тут добавить. Гол в пустые ворота. Ни вратаря, ни защиты. Где все? Без проблем он защитника проходит. Хорошее спасение. Ловить мяч не стал. Просто отбил подальше от ворот. План с мячом. Родриго. Арбитр даст свисток через 6 минут. Роберт Левандовский. В принципе, есть такой хороший очень режим. Называется тренировка. Прошла эта передача. Виллиан с мячом. И что это? Гол!